Весной следующего года могут запустить прямые авиарейсы из Перми в Минск. Такие перспективы прокомментировал министр транспорта Пермского края Сергей Вишняков. 2 недели назад ведомство объявило отбор компании, которая получит субсидию на перевозки по этому направлению. Березняковский юнармейский отряд «Кеви» занял 2-е место в краевом конкурсе. Он проводился в несколько этапов – заочный и очный. Участники оценивались по информативным картам о деятельности юнармейского отряда, а также видеороликам «Юнармия. Путь к успеху». Поздравляем с заслуженной победой ребят и руководителя Марину Мухину, педагога доп. Образования «Дюц Каскад» и учителя школы номер 22. Отдел ЗАГС Березняковской администрации подвел итоги за ноябрь этого года. Всего в прошлом месяце родились 88 детей, в их числе одна двойня. Популярными именами для мальчиков стали Артем, Матвей, Мирон. Девочек чаще всего в ноябре называли Евой, Полиной, Софией, Елизаветой или Ангелиной.